передачка. Ах, передачка от Агеева. Конфеточка на Газизова. Ох, конфетка. 54-я минута, 5-0. И звучит бессмертный шлягер Чайфа. Ну вот, кстати говоря, про замену. Тот же Каштанов уже был сегодня на синей в некоторых ситуациях. Потому что может, если что, и подменить защитника. Бросок из левого круга. Вбрасывание. Еще один шанс. И шайба. Неужели у вратаря? Судя по всему, да. Это сейф Егора Вая. Ну и получается, да. Отбивает кулачки. В прыжке сумел выручить свою команду. Бледнову удачно шайба пришла. Бросок у него великолепный. И он еще и поднял шайбу. Длинный пас вперед. И бросок с острого угла, и шайба оказывается все-таки в воротах. Нашла она какую-то маленькую щелочку в углу ворот Георгия Мешковского и оказалась за спиной голкипера. Игра продолжает в основном проходить в зоне Тайфуна, хотя именно Тайфуну нужно отыгрываться. Вот момент хороший, гол! Из ничего этот гол рождается. 2-4 счет становится. Падение уже бросал хоккеист Тайфуна, но здесь нужно передачу отмечать. Аполинский. Здесь не пускает его Дениса, встречает хорошим силовым приемом. Ну и позволяет партнерам отобрать шайбу. Ответная атака Чайки, а Милюсик. О, какой момент! Бросок в упор, ну как? Не удается забить сейчас. Что же нужно-то еще? Ну, нужно переиграть Льва Кашина, который в очередной раз действовал на последнем рубеже. Очень и очень уверен. Что у нас в первых периодах? Ну, Ирбис на 10-м месте. Неплохо проводит первые периоды. 14 выигранных, 6 ничейных, 9 проигранных. И вот первая шайба оборотов гостей. У гостей 32-е место. Только 4 выигранных первых периода, 11 проигранных, 15 ничейных. Итак, на 6-й минуте казанцы счет открывают. В общем, довольно так буднично и легко это показалось со стороны. Пас на синюю линию. Передача через борт за ворота. И здесь прошла передача на пятак. И опасный момент. И шайба все-таки не оказывается за линией ворот. Мешковский там пластался на пятаке. И все-таки смог он спасти свои ворота. Ну и 2 счет 3-1 сейчас не сделали гости. Что-то подсказывает, что голы еще будут. Ну вот этот парень может, Рябкин прошел, с дриблингом, красиво все, но сверхтехнично, гол Рябкин, но каждый раз, как его остановить, да просто никак, ну вот она звезда здесь Ступина, запоминайте, уважаемые зрители, уважаемые болельщики ступинского капитана, здесь и сейчас феерит Рябкин, 2-8. Впрочем, атаки не получится, пока Чернышов не организует все. Чернышов что-то придумывает. Прошел Чернышов, обыграл красиво, как и бросил. Вот это да! Ну что тут говорить? Ну это точно претендент на гол недели, а может быть месяца. Но в любом случае, это прекрасный гол. Это шедевр такой, всем нравится. Особенно, когда вот эти сольные проходы через всю площадку, через нескольких хоккеистов, ну... С борьбой, с давлением, с мясом фактически продавил Чернышов.